Время уже 2 часа, рыбку не поймали еще, но мы, если честно, еще и не ловили рыбку. Мы пока обустраиваемся, все здесь так сложно, все тут как-то. Короче, хочу вам показать засаду самую главную. Сейчас я вам покажу. Ребят, засада вот в чем. Смотрите, тут мы закинули один стандартный попапчик с вареночкой, а второй попап просто вот так все дно. Где зацепиться? На воде? А. Вот так вот у нас, ребята. Девчонки у нас вот. Димина дочка и подружка. Как зовут? Кира. Кира, ничего же себе имя крутое. Алина, Кира. Алина, блин. Смотрите, там не пораньтесь. Давай по кругу будет ходить. Место у нас вот такое, ребята. Клевая палата. Палата. Нормально. Первый раз ее разложили. Ну да. Друзья, наступил вечер. Время, точнее, сейчас у нас сколько там? 8:30. Было 3 поклевки. 3 пика, точнее. Но рыбу мы не поймали. Потом появился пьяный сосед и нам оборвал 2 удилища на лодке. Поэтому мы решили сейчас просто покушать мясо. Вот у нас есть 2 прекрасных леди. Леди Малибу. И сзади он Дон Жуан Кошак сидит. Мясо прожарилось. Да? Да. И вот у нас есть шеф-повар, кстати. Говядинка. Да. Его зовут Стивен Сигал. Дмитрий Сигал. Он Сигал только что. Говядина мягенькая. Да, ребят. Но, да? Говядина, грибы. А там у нас картошечка еще. Ой, картошка сейчас любо-дорого. Дай, девка, дай пробовать. Угу. Что ты там, Наташа? Давай ближе, там 0,5 метра осталось. Свет, держи, попробуй. Спасибо. Ой. Антон, держи. Я думаю, уже не отравимся. Ха-ха, по-грузински баранину. Ребят, Ля, Наташа, ты видела, у меня лицо обгорело, а? А ты думал? Я, кстати, не заметил. Так что, ребят, самое главное, что случилось от чуда. Да. Я закинул удилище, поменял литкор. Шок-лидер. Закинул первый бросок. И я поймал своих 2 оборванных. Да, 2 оборванных оснастки, которые парень порвал. Мы вытащили. Ну и будем на них дальше ловить. Все-таки Бог есть, нам повезло. Не бойся, так и говори. А сейчас мы просто кушаем. Друг меня угощает вискарем. Все. И мраморная говядина. Вот, и мраморная говядина, ребят. Все. Так что до новых встреч. Вечером, если будет поклевка, мы включимся. Если не, только утром. Потому что, думаю, мы выпьем. Ребят, доброе утро. Сегодня 2 мая. Скажу вам так. Рыбы не услышал, я не увидел. Было 3 или 4 пика у меня одиночных. 2 раза ночью и 3 раза это было днем. Но скажу там, ребята, вам так. Здесь у нас сплошной ил. Фу, ил. Сплошной ил с водорослями. Сейчас покажу, какие. Вот дно, ребята, тут все такое в водорослях. Я вот повытаскивал, половину еще повыкидывал, как бы вот так вот. Природа, конечно, здесь огонь, настоящая деревня. Вот у нас, ребят, друзья моих, банька. Вот так все выглядит хорошо. К сожалению, по поклевкам тишина.
Вчера отметили 1 мая, ребят. Друзья нам угостили мяском из говядинки. Бычка зарезали они. Опачки. Джим-бим, товарищ. Вот свет мне провели такой. От баньки. В палатке тепло, хорошо. Да, вышина в палатке, ребята, огонь, конечно. Как она еще подождет себе, покажет. Сегодня, ребят, половим, закормимся на лодке, завеземся, половим. Если нет, тогда, ну, значит, не судьба, зато отдохнули хорошо. Так что, ребят, спасибо. Продолжаем ловить, отдыхать. Что-то интересное включу. Сейчас буду прибираться. Друзья, сейчас я вам покажу, почему у нас происходит такая поклевочная система. Смотрите, почему мы не поймали до сих пор рыбы. Все озеро, речка это. У нас вот такая, ребят. Видно меня, да, девочка? Видно. Ты скажи, приготовил веревку? Ребят, рыба здесь небольшая, конечно. Сейчас я вам скажу, что я тяну. Не обращайте внимания, почему она не водит. Как Дима говорит, на 16. Друзья, ну вот наша рыбка. Так, короче, вот так вот мы пытаемся поймать рыбку. Первать не хорошая. Хорошая. Вот видно, да? Вот такой, ребята, у нас. Дно, начиная от берега и до самого конца, до ивошек, до камышей. Вчера маркерились, отделали, пытались найти переход. Перехода нет, кидали. Получается, эхолот. Рыба есть, ребят, рыба есть, но, к сожалению, оснастки, ну, все оснастки попадают в траву. Сейчас попробуем очистить. Якорем, кошка якорем, как правильно, дно, сделать себе тропу и немножко приподнять, ловить на пупак, ну, на плавающую оснастку, чтобы превышать траву и чтобы рыба видела. Что, выключать? Не, что, пусть она, сейчас я выключу. Так. Скажи, пойду уткам дам. Пойду уткам дам. Дальше не буду говорить, куда. Друзья, вот была вчера поклевочка, вот пик был, да, вот от такой оснасточки. Получается, у нас мед попап, ричвард. Вот, вот так вот она со дна поднималась. Пытался обойти траву.
Ну, кстати, на нее была поклевка. Может, возможно, нужно поднять ее выше, чтобы она вот так. Типа зигрига, посмотрим, ребят. Сейчас дно почистим и посмотрим результат. Вот так вот все удилища, ребят. Получается, что места нет, кидаем. Оснастка падает, в траве сразу фиксируется, рыба ее не видит. Ну, может, видит, но не может взять ее. Даже 4 пика было, 3 на зеленую и 1 на желтую. Но в итоге как бы тишина. Сейчас будем очищать дно и пробовать ловить уже живца. Что-то не клюет. Пойду уткам дам. А я в шоке. Что, ну давай тебе выше его поднять? Да он как-то мешается. Снизу раскрути, чуть выше приподними его. А. Да подожди, надо две еще этих выдохнуть, что готово? Ох, пошла, слышал? Там сидит уже. А что ты так... Оп, а вот, кстати, вот этот кусок был, был получше. А что ты на нее так медленно тянешь? Ну, если медленно, что мне вот это? Да. У меня сама снастка, блин. Поднял ее наверх и тяни сразу. Чтобы не захватить траву? Там она сразу схватилась, а трава, понял? Нет, там сразу, говорю, схватилась. А нет, держишь вот этот, кстати, вот этот кусок, вот оборвалась, хорошо. Кстати, аля, не поломала мне мою оснасточку. Хорошую от компании Сисимура. Оснастку, оснастку. Потому что резко дернул. Что, качать лодку уже? Конечно, последняя удочка. Подняла выше зонт? А? А, зонт выше подняла? Да. Затянула? Хорошо. Что зима говорит? Может, клевала, вы не слышали? Такой звук в палатке. Вот так, где-то вот на таком расстоянии будем ловить, смотри. Да, да. Вот поближе. Просто сделаем вот это все, чистим, да? Вот сколько хватит зерёв. Да. А потом шариком этим покидаем. Каким? Подошла или нет, да? А, да. Шариком? Да. Слышно, я удачно вчера, да, это поймал своих две оборванных, да? С первого раза, да? Так, ребят, еще раз утром сейчас Дима вот лодку подкачивает. Попробуем сейчас. Вот такая у нас есть кошечка. Попробуем сейчас водоросли поубирать.
Блин, мне так понравилась маркерица, вообще прикольная тема. Такой у нас зонтик от компании Fox. 60-дюймовый. 2,5 в раскрытом состоянии. Вот так наш выглядит лагерь. Сейчас, ребят, будем делать очищение дна. Может, что-то получится. Ходишь это какие-то джинбимы пьешь, не понимаешь? А вот вихря каждый день пускает, уже сила нет. Смотрел кино раньше было «Подводная лодка в степях Украины»? Смотрел? Нет. Ну и правильно. Как ты можешь посмотреть? Она же в степях не может быть. Хотя нет, у вас походу есть. По-хорошему надо было тебе оттуда вобрать. А, ну давай нормально. Друзья, решили далеко не ловить, решили ловить поближе, но с очищенным дном. Попробуем прикормить рыбу. Что ты там? Давай, езжай. Меня что-то зацепился. Это твой морской узел зацепился. Просто как будто якорь, знаешь, бросил. Я понял. Все, можешь останавливать. Так, а нам надо вот начинать, чтобы хотя бы вот полос. Куда? Вот, ну, тут, вот сюда бросай. Будем на это. Все? Да, вот все. Куда? А ну-ка, веслом достанешь, да, там нет? Че, давай, привязывайся к нему. Ты вот так иди и в копанку туда тяни. Какую копанку? Вот туда. Что-то она легко идет тут. А? Траву не хватает, как мы ей. Ну, конечно. Ром, так ты в копанку тяни ее. Да какая разница, зачем мне ее туда тянуть? А зачем тебе она у берега? Я ее вытаскивать буду. Вон, видишь, пузыри идут. Просто тебе там ее удобно, раз ты отцепил. Тут я еще твою копанку сейчас захвачу быстрее. Можно Наташ пойдет помоет посуду? А? На кухню посуду пойдет помоет. Конечно. Что я тут вытащил? Все, ничего нет? Мама? Да, просто так. Сейчас они это водоросли убирают, поэтому сейчас тоже занят. Хоть кто-то все. Очень, очень, как в сказке. Хоть кто-то приехал, помог. Я ж знаю, что, блин. Урожай-то яиц собирается. Да, так оно прям перед речкой палатку разложили. Ладно, ребят. Не клюет, пойду уткам дам. А? Пойду уткам дам. Мы так долго рассматривались, как вечером получается. Да,
Так отцепляют его. Кого? Остатки-то. Нет, нет. Как бы проверили, вроде она есть этим прибором. Давай, у меня уже там топливо кончается. Я забыл, что здесь этот мотор же на дизеле. Дизель на. Лянь, газ газует-то. Перейти. Скажи, Рома скоро видео. Маленький его окуни. Упасть? Спасибо. Да-да. Давай не трусти, давай начал. Зачем ждать? У тебя этот турбина включится. Понял? Дим, сейчас турбина включится. Если сейчас дернешь, несколько, слышишь, Надь? По воде, как Карлос, полетим. А там у нас дождь будет, мы хотели его повторить. Не, скажи маме, что мы завтра, наверное, поедем, чтобы по дождю во вторник не собираться. Днем поедем, наверное, покушаем, соберем. Рыбу, скажи, это, потрошим, которой нету. Ром, что ты нету? Он холоп тебе показал, что она ее тут в море. А то этот, Димки на сетке стоят. Гибрид сплошной. А что, смысл мы туда тянуть, Дим? А куда? Туда будет тянуть. Я должен понимать, что я не сколько там отбрасывает, а ровно ничего. Понимаешь? А что я сейчас тяну на где-то... А? Где бросаешь? Да здесь бросай, так вот. Что такое? Турбина появилась боковая. Давай. Вот. Ты что, с телефона поехал? Вон, видите, она по пузырям. Да? Ты ее быстро тянешь, Ро. Думаешь, мимо проходит? Она всплывает поверху, ты по дну тянешь. Мысля, как я? Я тебе по дну и тяну. Просто не такая у тебя грабля, я тебе могу фотографию принести, как у пацанов Карпятикова. Она реально траву собирает. Это отдыхает. У тебя это четырех, а там это. О! Я водяной. Там мало. Мало, мы уже протянули тут ряд. Там видел, сука, вытащи. Человека можно. Как вонючий. Сюда сейчас посетить. Не. Ну, точнее, ага. Уходить в сторону. Тянина все суть. Мало того, что он еще хоть выдохнул. Почистил, да? Покажешь, что-то я на месте грибу, она чувствует? Ну, идет, давай.
У тебя просто уже потихоньку скат один скатит. Харе. Куда? Ну вот, чуть левее, ну, туда. О, да. Сейчас холод сделаем. Водичка уже теплая. Занырни, посмотри, что там. Ну, в плане. Много надо будет еще тянуть. Где рыба сидит? Сейчас по кучкам смотри примерно вот так. О, прям по пузырям видно, сазан идет. Ну а ты что думал, вообще ничего не будет идти? Если она здесь есть, трава. Нет, там, кстати, то место. Оп. Сейчас еще подвижу. Ай, блядь, там, блядь. Ребят, что за них привез? Пойду уткам дам. Пойду уткам дам, да? Все заразило тебя, да? Да. Бывает у меня. А ты смотрел? Комедию, меж высоких хлебов, русскую. Yeah. Посмотри, Леонов там выступает. Сейчас я эту кофту сниму. Чё говоришь? А? Чё говоришь? Таковку всему говорит. Хотел сказать, иди Наташа. Понял, пошла посуду мыть. Я тебя почему-то... Ребята, вот видите, по чуть-чуть немножечко уберем, сейчас очистим. Далеко сегодня не будем кидать. Постараемся здесь поближе. И... Вы там собираетесь кругом, и все жизнь. Хм. Уже лазил. Ребят, ну вот мы примерно все это сделали, дело. Немного. Ну, немножко расчистили, 15 метров длина будет у нас, посчитали. По 3 удилища с этой стороны забацали. И здесь сделали. И вот у нас, ребят, другая собачка, ту собачку мы продали. Продали собачку. Кстати, теперь на палатку хватит нам на эту, скажите, как она, на накидку. На 30 тысяч стоит. Сверху палатки. На две палатки хватит. Нет. На две накидки хватит. Почему? Накидка 30 тысяч сверху этой палатки. А щенок 60. А, 60? Конечно. А, ну на две накидки. Две накидки. Накидка на накидку. Так что нам фартануло, ребят? Продали щенка. Собака, да. Ладненько, все, будем сейчас потихонечку чаечек, по кофеечек попьем. Будем готовить оснастки. Где будем закармливать место, сейчас Сыл присядет.
Вон Алина проснулась. Алина, помаши рукой. Алин, хотела это ручкой, рукой. Оп. Марта! Марта! Красавец! Блин, маленькие такие хорошие всегда, да? Так, ребят, продолжаем рыбачить. Второй день. Рыбу вообще не нашли. Ничего не поймали. Димка качает лодку. Значит, почистили берег, еще раз говорю. Вот так мы кошечка почистили, бережок. Вот. И нашли рыбу, точнее, на очищенном месте. Расстояние у нас получается 20-22 метра от нас. Ну вот, будем ловить в точке, перед точкой, за точкой. Значит, три удилища у нас будет сладкой оснастки. Это будет, значит, у нас слива, потом пупап, сливы и варенка. И желтая это у нас будет ананасик. А здесь мы будем ловить, значит, на соурс пупап белый и мясной. И второй будет у нас специи от Ильи Карпуся. Вот тоже будет у нас как бы такого плана. Не на попапы. Значит, кормиться мы будем сейчас на две точечки. Получается у нас, значит, пылик мандарин. Пылик мандарин. Мед варенка. И у нас получается кукуруза, пшеница и конопелька. Вечером точно так же закормимся на ночь. Вот. И добавим единственное еще вареных бойлов, монстр краб и специи. Так что, ребят, вот так вот. Сейчас Дима будет выплывать, а мы будем продолжать кормить. А? Что? Еда, еда. Несу, несу. Так, смотри.
ты смотри, что по кучкам я выбираю. Понял? Я на шарик, я не знаю. Где шарик, говори, рыба. Да, давай, тут сразу такая. Спеши, вот, вот это расстояние. Туда, туда. Кидай уже там, начинай. Прямо вот так, да, да, да. Во! Вправо, влево, давай. Во! Спеши. Заходи, сейчас я еще раз перекину его. Вот, это клипса, смотри, сейчас я буду подкручивать его. Кидай вот здесь, прямо сюда кидай. Подожди. Она сюда подплывает. Далеко, поближе. Есть еще там, да? Подожди, стой, ты там подплыл. Сейчас я закину тебе. Куда сейчас закину? Спеши. Это близковато как-то у нас идет. Надо вот сколько. Да, вот, давай, давай. Вот именно, давай, кидай прямо сейчас там, кидай. Чем-то шарик попал. Теперь сюда кинь. Да, кидай, кидай, там вот такой крокодил. Где шарик? Вот этот. Теперь в другую сторону. Вот туда. Красавчик, скоро ты будешь моим напарником. Да, да. Назад за себя. А, ну все, давай. Маленько есть еще. Ну это можешь хавать. Вот там вот ведро прямо вымой, скинь ведро прямо вот там.
далеко ты от кучки, далеко поедешь на сковородку? Не в микроволновку. Может, спавал он, конечно, один, да? А, все, ты сюда просишь. Старею, брат, старею, не слышу. Кто? Да ничего не пищит, ты чё, понял? Если бы пикнуло, я послышал. Чего? Thank you.
Дима, ты что-то подрастроил меня. Ладно, 43, мне, а если тебя уже пищит. Стоишь и говоришь, что тебя пищит. Давайте, давайте. Почистили столько змей там. Реально, бля, она почему? Очистили территорию, доступна рыба стала. Так. Нужны. Бойло. Не пойму, где ножницы были только что. Наташа, не видела, лежали вот здесь? Нет. Юль, не брала? Я нет. А потому что теряю, потому что я в движении сюда. Я тут лежал. Нет, тут лежал. Приближается просто его время. Должен. Посмотри, мне надо найти. Потому что много сразу этих движений, непонятно. Право, лево, право, лево. Что сделать, что сделать? Нашел. Пошел. Видишь, там опять вечерина с официантом. А у них какой 30 есть? 30 будет потом. Там сидит.
Что? Разогрев 50 рублей. А, да? Друзья, ну что, закормились, вы видели? Посмотрим, получится что из этого. Еще вечером закормимся. Еще вечером закормимся, получается. И будем смотреть. Ну, опустим мы рыбу. Рыба находится в половине воды. Походу к солнышку. Поставили плавающие попавчики. Ну и стандартные. Посмотрим, что из этого выйдет. Давайте. Сейчас выключаюсь, попозже включусь.